Всем, ребят, привет! С вами счастливые люди. Опа! Счастливые люди немного опять нырнули. Видео только начали. А мы уже ползком. Ползком, да, сыночка? Ползком. Стой, давай маму подержи. Стой. Скажи всем привет. Куда побежал? О, у нас такой холод. Пипец. Ну, погода клевая. Подождите, у меня такое чувство, что фотоаппарат и экран. Я протру, сори. Как будто запотел. Кирюх, как всегда, на прочность проверяется. Решетки, все сетки. Так, громыхаем, да? А? Ты что ли как мальчик? Все ломаешь? Стой, привет скажи. Скажи привет. Привет. Всем привет. Помахал всем привет. Вот так вот. Привязался к этому забору и все. Он шумит, гремит, а ему нравится. Пришли, короче, опять на детскую площадку. Вот там обычно. Сейчас покатались с ним немножко. И думаю, пусть покатает коляску, немножко согреется. Походит, а то он уже кататься на этих тренажерах устал и замерз. Нет, он еще катался, конечно. Ну уже мама устала, а Кирка замерз, нос красный. Щеки красный. Говорю, пошли домой ни в какую. Уже больше часа, говорю. Ну вспомнил, я же фотоаппарат взяла. Надо маленько поснимать для всех. Чего там, как у нас? Финиш! Финиш. Мы с тобой дошли до финиша. А фотоаппарат почему-то потеет. Там. О, ты батюшки. Ой, Дима, рыба. О, давай. Мел, зыб. Зип, здоров. У нас, короче, опять ныркнули. Да, сын? Расскажи, как ты падаешь. А? Бух и все, да? Этот аппарат почему-то у нас потеет с тобой. Скажи, бух и все? Кого сопли? Шапку, наверное, потеплее надо одевать уже, сын. Ты ни в какую другую шапку теперь. У нас проблема. Сначала шапку не могли подобрать. А теперь, который побольше шапки есть, не хочет одевать. Хочет эту. Так, подожди, покажем, как ты листики кидаешь. Вот так, раз. Вот так. Очень неудобно снимать, потому что одной рукой его держу, а другой вот так вот у нас происходит. По капюшонам тоже моего грибочка не видно, да, сыночка? Давай, мама капюшончик немножко поднимет, чтобы тебе виднее было. Так, вот так мы на маму все складываем. Мамин пуховик, который такого голубоватого цвета, светло-голубой, превращается в темно-серый. В конце каждой прогулки, да, сыночка? Ладно, благо, здесь машинка есть. И можно постирать быстро. Без рук. Если руку отпускать ему, видите, у нас мы каждый раз вот так вот падаем. Потом заваливаемся. Вот так, видите? Кряхтит. Сейчас подниму, ребят. Давай. Стой. Не падай. На ножки вставай хорошо. Смотри, какие грязные с тобой, чумазик. Опа. Всем привет! Чумазюка, иди привет! Короче, новостей никаких, как таковых. Просто решили маленько поснимать. Айда? Мне говорит, айда. Сам развалился, смотрите на него, принц. Развалился, айда, на моих ножках сидит. Давай, вставай, айда. Мама тебя будет поднимать, да? Ой, господи. Стой на ножках хоть немножко. Короче говоря, холодно у нас. Ну, погода клевая. Листья такие замерзшие, хрустят под ногами. Ну, как же Кирилл нас не проверит. Куча с листьями. Вот так вот, куча с листьями. Дворник нагреб, а мы будем разгребать. Да, сынуль?
Вот такая куча, да? Вот как разбрасывает Кирюша. Листопад делает. Да, Кирюш? Потому что больно нравится ему в листьях. И с листьями играться. Да, сыночка? Вот как. Вот как. Вот как он. Листики. Вот сколько листиков. Да? И куда побежал? Куда побежал? Мама, не успевай за тобой. Не успевай за тобой. Вот как. Вот. Вот сколько листиков, да? На школьной площадке. Вот сюда эти листики. Ой, где же у меня Кирюша? Вот нашла Кирюша. Бегом, 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 бегом. Новые батарейки тоже, кстати, за забором, за темницей. Даже Кирюша, давай. Уже всем привет. Закрыли в темнице сырой. Выпустите меня, да? Выпустите меня. Да, Кирюша? Кто кричит? Маме? Смотри, всю куртку делали. Сегодня все перестирать надо. У нас как, мы приходим с прогулки, стираются Кирюшины вещи и мамины вещи. У нас же мама все пачкает, не Кирюша. Вот так. Вот он как. Я разрешаю пачкаться. Какое, в принципе, не детство. Машинки же есть, вода есть. Почему бы нет? Пусть играет ребенок. Пусть пачкается. Он же в лужу не ныряет. Уж совсем, как говорится. А вот так в листьях. Листья, конечно, пыльные, все понятно. Ну, какое же это тогда не детство, если не испачкаться, не порвать ничего, да, Кирюш? Я за это, конечно, не ругаюсь, за то, что он пачкается. Ничего, постираем. Пусть радуется. Поэтому ему очень нравится гулять. Потом он вырастет, он поймет, я же буду объяснять ему, что пачкаться как таковое. Аккуратнее надо быть. А сейчас он понимает, что как бы в грязь, в лужу нельзя наступать, то, что ножки сырые будут, холодно будет. Это он все понимает. Ну, когда хочет баловаться, он на меня смотрит, сам ногу так вот в лужу ставит и так проверяет, как моя реакция. Если я разрешила, значит, он дальше идет. Если не разрешила, значит, он отходит от лужи. А с листьями я разрешаю играться. Пойдем там, много листиков. Пойдем. Пойдем там, много листиков. Пойдем. Где тут много листьев у нас с тобой? О, так. Вот тут листики, да? Вот. Вот, понесли. Кто-то там говорил нам, что в деревне вам возьмите это, возьмите то, играть. И в деревне также мы с травками, с цветочками, с веточками играем. Так же, как и здесь. Бух! Вот так вот мы. Вот, посмотрите на это чудо. Вот. Ты Ляля, да, Кирилл? Ляля? Вот, вот что вытворяет. Смотрите, что вытворяет. Вот что вытворяет. Вот он что вытворяет. Ляля, да? Идем, вставай, Ляля. Ой, вставай, Ляля. Вот какой замазюка Ляля. Да? Да. Давай мама тряхнет Лялю свою. Еще пойдешь? Вот видите, он опять бегом-бегом в эти листья. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Вот опять листики, да? Вот листики. Вот они. Туда отнести нам? Ну, пойдем туда. Вот сюда бросили листики. Вот так. Ну, в общей сложности вот так и происходит. От часа до 2,5 часов мы обычно все выходим гулять, гуляем. Или уж совсем, когда замерзнет. И так вот мы приходим, то листья перекидываем, то веточки, то цветочки собираем. Что в городе, что в деревне. В принципе, у нас один. Нравится ему быть на природе. Нравится ему все это. Ну, также и на всяких тренажерах. На качелях не очень пока хочет кататься. А вот так на тренажерчиках на всяких, чтобы мама покатала.
Что-нибудь с ним покрутили, позанимались. По полю побегать, это он любит. Думаю, что к лету подрастет. У меня, конечно, мечта ему какие-нибудь там, типа, роликов. Ну, он маленький еще, конечно, 2 годика, но... Ну, конечно, обязательно нужен будет ролики ему. Зимой бы с клюшечкой, да, с папой, хоккей бы поиграть. Понятно, что он еще маленький будет, но просто побегать с клюшкой он бы тоже не отказался, я так думаю. Ну, будет где-то искать детские клюшки. На Авито посмотрю, может быть, кто продает. Такие, помните, раньше в СССР у нас были такие? Я помню, у нас с братом были такие пластиковые. И чайба такая пластиковая. Мы играли. Потом мама нам уже купила. Такие, как бы они детские, но уже такие, как взрослые. Я не знаю, что деревянные, да, вроде деревянные, там папа изолентой обматывал. Наверное, всех так делали в свое время. Ну все, холодно. Всем пока-пока. Может быть, что интересненькое еще поснимаю. А мы будем закругляться, будем выдвигаться, наверное, к дому. Если, конечно, наш принц согласится на это. А так, всем пока-пока. С вами были счастливые люди. Замерзшие, но счастливые. Скажи всем пока. Всем пока. Всем листики даришь, да? Всем вам листиков ударит Кирюша. Пока, скажи. Вон, девчонки тоже. Вон, раз, листик. Тоже, да? Листики. Да? А? Какой зой. Кази, да? Господи. И девчонки, скажи, да? Девчонки глазки строили. И он за ними следом теперь побежал. Да? Следом побежал. За кем? За девчонками. Мне нравится, что в Кирюшке он такой общительный сейчас. У него такой возраст, я не знаю, раньше он как-то был более, как бы, не сказать, что дикий, но как бы не хотел общаться с детьми. А сейчас мы за всеми, видите, вот девчоночки пошли туда и пролезли между где-то тут. А, вот тут, видите, промежутки. И он уже стоит около забора, просится за ними, чтобы с ними идти играть. Мы здесь как-то в Уфе. Ну, у нас тоже, в принципе, навлекали нам почему-то дети между собой. Вот я помню, когда мы раньше, неважно, знаешь, ты не знаешь, с какого двора ты, пришли и просто играем. Потом уже даже имя, даже как бы не спрашиваешь, потом уже как бы начинаем разговаривать, уже имена это. А здесь не так, здесь только дружат те друг друг, кого знают. Не знаю, мы как-то вот так вот не дружили. Мы дружили обычно, неважно, кто, с какого двора, кто к кому приехал, бабушки, дедушки, откуда. Просто играли, неважно, кого, какой возраст. Если человеку нравилось, как бы, да, ребенок там между собой там. Ты же прятки догонялся, чем больше народу, тем было интересно, и неважно там, да даже имена не знаешь, иногда бывало, соберемся всеми дворами, имена-то не все знаешь, как говорится, откуда кто понабежал, играли-то по 40, по 30 человек, я серьезно говорю, а? Поэтому если ты начинал маяться, как говорится, да, там, когда посчитали, ты там маяться должен, да, то считай, весь вечер ты будешь только всех, как говорится, как это, искать и... Навряд ли ты поиграешь, спрячешься в этот день. Ну, так вот. Ну, такая вот история из моего детства. Здесь как-то все не так. Здесь даже как-то... А, кстати, история была. Мы позавчера гуляли. Вот даже примеру из этого всего. А, играл мальчик, как его зовут? Господи, тоже на Кейме. Господи, забыла. Такое имя. Костик, Костик. Вот, все вспомнила. Его зовут Костик, нам год и 4, а ему год и 5 исполнилось. Нам 1-го, ему 3-го. И бабушка не разрешала ему подходить к нам. И мы к нему не подходили из-за того, что... Солнышко, да? Из-за того, что ребенок со всеми дерется. Он бьет бабушку, папу, маму, как я поняла слово бабушка. И вот с кем бы не играть, он не играет, а дерется. И вот мы с Кирюшкой играли, куда бы мы ни встали, он ревел, истерикой, кто-то исходил, чтобы мы там никто не катались, только это его. Или, например, взяли палочку, листики там ковыряли, да, он увидел, что ему именно даже палочка нужна, но нам пришлось, бабушка нас попросила уйти, и нам пришлось идти на другую сторону площадки, чтобы бабушка поиграла с этим ребенком на этой площадке, и они поиграли, они ушли, потом мы вернулись. Просто из уважения к бабушке тогда, в принципе, я считаю, что это вообще... Воспитание, скажет ребенок, в этот, смотрит, как его в решетке. Он вдоль забора здесь ходит, листья собирает. И вот увидит, там мальчик идет. И он его, значит, это играть вызывает. А тот мимо просто проходил, да, сынок?
Пойдем котенок домой? Ну так, да, ему нравится, ему хочется общения, а он к нему подошел, ему такой заглядывает в лицо снизу. Типа того, что да, поиграем. Тут бабушка нам говорит, отойдите, кто будет драться. Будет обижать вашего сына. Не в шоке. Пошли, мама уже замерзла, носом шмыргает. Все скажут, что мама сопливая. Пойдем. Пойдем. Короче, я уже замерзла, поэтому будем выбегаться домой. Все, всем пока-пока. Радуйтесь жизни. Делитесь счастьем. Поэтому, чтобы было и вам хорошо, и другим, что вокруг вас. И все, всем пока-пока, здоровья. Пока.